По твоим меркам это может значить еще миль 20. Помнишь, как тогда, в Перу? Ты хочешь поговорить о Перу? Что, неужели ты до сих пор злишься? Мне было 15, Салли. Если бы я знал, что ты доведешь меня до тюрьмы. Ты попал бы туда и без моего содействия. Да! К тому же я тебя вытащил. Как всегда. Теперь сюда. Вот она. Прямо как у Лоуренса. Ну вот, а ты сомневался. Правда, врага на карте не было. Недавно вырыли. Ладно. Поищем обходной путь. Кто, Фавн? Сюда. Осторожно. Меня терзают сомнения. Это тот самый замок? Не похож он на обиталище крестоносца. Скорее, это Ренессанс. Опять ты ничего не прочитал, Салли? Основа этого замка была заложена в 11 веке, а после его надстраивали. Ненадежная конструкция. Твоя первая машина. Ну и ну. Оберн, 27-го года. Ага, а это что такое? Украшение. Вот пошлость. Хозяин замка, барон Готфри, был в крестовом походе в 12 веке. По Лоуренсу от первоначального замка остался прямоугольный донжон и сады. Именно там и следует искать то, что Готфри мог принести из Аравии. Посмотрим. Ну как? Тут не пройти. Думаю, я смогу влезть в ту дыру. Не сомневаюсь. Дай угадаю. А ты пока присядешь и выкуришь сигару. Ну да. Смотри, пожар не устрой. А если прямо в это окно? Нет, не хочу порезаться. Ну ты молодец, парень. Скоро вернусь. Ну да, жду.
Зараза! Больно-то как! Эй, сюда! Заперто! Отойди-ка! Отстрелю замок! Смотри только поаккуратней с этим! Я не слепой! Ты как? Так, теперь нам надо выйти в сад. Там будет старый донжон. А, как все запущено. Не идет. Не откроешь. Треклятая балка мешает. Нужен какой-то рычаг. Сможешь влезть? Попробую. Помоги поднять. Вот так. Сработает. Осторожней. Тут все сгнило к чертям. Люстры вроде держатся на противовесах. Да, видимо, так их опускали, чтобы почистить. Смотри, там какой-то механизм. Есть идея. Ха-ха, неплохо. Да. Ты что, с ума сошел? Эта хреновина вот-вот свалится. Ладно, поехали. Вот так. Есть. Порядок. Я вошел. А куда я вошел? Автомат для попкорна? Теперь надо пробраться в башню. Thank you.
Эй, Нейт! Прямоугольная башня. Старая. Да. Она есть в дневнике Лоуренса. Это она? Класс! Спасибо. Здесь можно пройти. Да. Да. Давай. Держу. Берегись. Спасибо. Нейт, а мы не этот символ видели на башне? Да, это наверняка неспроста. Может, тайный ход? В камине? Было бы слишком очевидно. Слишком просто. Странные какие-то доспехи. Вот, посмотри. Они вращаются. Интересно. Что об этом пишет Лоуренс? Посмотрим. Да, вот, видишь? Четыре рыцаря с секирой, щитом, мечом и Моргенштерном. Похоже, это они. Надо развернуть рыцарей в нужные стороны. Знать бы еще куда. Наверняка в этом какой-то фокус.
Я вроде понял. Рыцарь со щитом должен смотреть на рыцаря с секирой. Я это знал. Ну и ну. Тайный ход. Признаю, ты был прав, Салли. Так, я толкаю, ты тянешь. На счет три. В смысле, раз-два взяли или раз-два-три взяли? Просто тяни. Да. Нейт? Эй, ты живой там? Да. Живой вроде. Наверх я уже не залезу. Я пойду туда. До встречи на той стороне. Договорились. Ты там осторожней. Ладно. Надеюсь, выход тут есть. Откуда этот звук? Наверное, тут пролезу. Что за... Там свет. Это радует. Слава богу, выход. Думаю, я смогу туда забраться. Легче легкого. О! Они где-то здесь. Найдите их! Салли там один. Что это? Попался? Ah!
И к бою. Крышка! Спасибо за подарочек. Ух ты! Неожиданно. Сюда. Целая армия! Да. Похоже, автобус приехал. Ну, давай! Берегись! Покажи! Thank you.
Сражайте, как... Как они нас нашли? Проследили за нами. Как иначе? Не-не-не! Вот тебе! Вон башня. Нам надо внутрь. Отлично. Наверх. Салли, я один не справлюсь. Ладно. Ну, теперь куда? Не уверен. Может, спустимся? Посмотри, это еще что? Это боец Толбота. Бывший. Но это невозможно. Они только явились. Но что с ним могло произойти? Не знаю, но мне это очень не нравится. Если наступить, плита опустится. Постою в стороне, чтобы ни на что не нажать. Хорошо. Лоуренс про это не писал? Посмотрим.
Может, по ним надо пройти в нужном порядке? Хоть глаз выколи. Посвети-ка. Сейчас. Ух ты. Похоже на старинную лабораторию. Салли, мне нужен свет. Сейчас. Лаборатория алхимика. Погоди-ка, ничего не напоминает? Да, жуткое логово Марлоу, если подумать. Салли, это лаборатория Джона Ди. Что, здесь? Во Франции? Он нашел нить, ведущую к крестоносцам, как и Лоуренс. Эй, посмотри. Сабейское письмо. Что это за символы? Похоже на вычисление. Тут надпись на енохианском языке. Сможешь прочесть? Попытаюсь. Алтарь охраняет вход в преисподнюю. Он вызывал духов с помощью магии. Да, или за алтарем скрыт тайный проход. О, точно. Подсоби-ка. Но ты посмотри. Хитрый старый жук. Спасибо. Не ты, Джон Ди. О. Ну, пошли. Дай зажигалку. На. А, так-то лучше. Сколько можно? Когда ты уже начнешь носить при себе спички? Не понял. Ух ты. Хотели никого туда не пускать. Или оттуда. Ну-ка, помоги мне. Я держу. Вот так. Семейный склеп. Может, это твой Готфри тоже здесь? Если он что-то и знал про Атлантиду песков, он унес это в могилу. Значит, ищем могилу. Именно. Посмотрим. Похоже, он искал решение, но не закончил.
Что это? Древняя викторина? Впечатляет. Да. Ну как? В этих склепах его нет. Нет. Нет, его могила спрятана. Смотри внимательней.
понял. Молодчина. Да. Заманчиво. Осторожней. Лорд Годфри, полагаю. Он самый. Это оно. Вот, подержи. Ага. Это какой-то амулет. Тут надпись. Пойдешь по стопам Ланселота? Ага. Сабейское письмо. Это из древнего Йемена, да? Да. Там в 16 веке должен был оказаться Дрейк. Может, название города? 3000 лет назад. Нам нужен текст целиком, иначе все без толку. Надеюсь, другая часть в Сирии. Может, Катар и Хлои ее найдут. Стоп. Я бы не советовал. Черт. Превосходно, господа. Харрис, забери у мистера Дрейка артефакт. Да, Харрис, попробуй. Стоит ли из-за этого умирать? Ваш друг так не думает? Отдай, Нейт. Что это? Господи, что за черт? Стой на свету! Забери, живо! Сдается мне, ваш факел гаснет. Желаю удачи. Ну и мерзавец. Согласен. Пошли. Надо скорее выбираться. Держись рядом. Черт, факел гаснет!